Здесь планеристы, парашютисты, дельтапланеристы. В общем, все, что можно назвать легкой и сверхлегкой авиацией Асавиахима, ТСАР, простор и снова ТСАР. Среди моделей не только планы, но и самолеты, на которых учились летать курсанты аэроклубов ТСАР. А купе 1 и УГ-2, то я 332, Л-29 и Л-39. Седьмой и восьмой зал посвящены космосу. Здесь и история развития.